театральном центре «Жаворонки» состоялось подведение итогов и вручение наград участникам 9-го открытого окружного конкурса патриотической песни «Споемте, друзья», прошедшего при поддержке окружного комитета по культуре. Лауреатами и дипломантами конкурса стали 62 участника со всего округа. Гран-при получила София Калугина из Одинцовской детской школы искусств. Она исполнила композицию «Снег» о Великой Отечественной войне. В церемонии награждения приняли участие активисты местного отделения партии «Единая Россия».